комментировать. Забили один гол, а не три, проиграли. Почему не удается в последних матчах результативно сыграть? Чего не хватает? Не знаю, вроде моменты есть, не реализовываем, но недостаточно. Это невезение? Да, что такое невезение? Везет тому, кто везет. Начали так ударно. В первом периоде значительно перебросали соперника, но потом что-то изменилось в игре. Это «Авангард» изменил ход игры или мы сбавили обороты? Да, сложно сказать, нет. «Авангард» не менял. В втором периоде где-то подсели, там пропустили гол минуту. Потом также играли в первом периоде, пропустили еще два гола, проиграли. Рассматривали «Авангард» как основного конкурента по дивизиону или настраивались как на обычного соперника? Мы на всех одинаково настраиваемся, у нас нет разделения, как обычный, необычный соперник. Все одинаковые команды.